Так, кажется, вчера мы встречались Ну, в кино. конечно, Нет, господи. нет, я в полушутя. Кино снимали? Да. Майна, она жива, здорова. Все нормально. Значит, смотри, вчера мы поговорили, я поводил по Я саду. поехал. Нет, ну что, надо показать эту красоту, куда ты поехал? Ну, время. Вот. Значит, бере, летний, раз. Так. Мелко. Мелба красная. Угощал мелбу? Да, вчера я и говорю. Вот, сына, так. Я сейчас угощал. А, и еще и ты угощал. Так, да. Теперь, минуточка. Гумеровка. Так, и что за абрикос вот этот? Фаина, давай. А, Фаина. Ну-ка, похвастаемся. Вот это сажи. Ё-моё. Слушай, это за один год получается. Невероятно. Так, показывай пятнышки. Вот это наши фирменные. Ну, вот здесь покажу. Это фирменные. Не закапывать, смотрит на юг. Вот. Я ему сказал это уже. А я выступаю в роли городского сумасшедшего. Выдумывает. Вот. Подумаешь, росло год-два на юг, допустим, в средней саже, да? Солнце обжигало южное, мороз обжигал с севера. Привыкший уже. Да, теперь разворачиваем. Мы это еще и лучше говорят. Лишь бы поперек сказать, лишь бы только это. Ну как, унизит. Вот это есть. Так, теперь... Значит, вы куда пошли? Беседки резать. Так, ну давайте. Так, теперь ты хотел саженец с того участка, не раздумал? Не, я их сейчас буду. Персики. Да, 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 да. А это. Я буду там, Андрей. Значит, я покажу, чтобы не напутать. Да как мы завязали с тобой вчера? А, там еще 6 завязано. Ага. Так. Есть даже 2. Так, 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 так. Эх, жалко. Самые сладкие груши. Чем выше, чем слаще. Там солнце так больше. Так они, я сейчас попробовал, они суховатые какие-то. А, суховатые. Да. А вот я выбрал там это вот. Вот не было этого, память, как его? Память Яковлева? Да. Ни одного саженца? Нету. Ё-моё, вот это супер сорт. А как они так пролетели? Я попробовал, бляха, такая вкусная. Еще бы. Здесь смотри, резать будут. А, да-да-да. Так, значит, это, минуточку. Это же учебный снимок. А ты что? Ставьте рядом с тележкой, я себе галерею делаю. Давай, делай. Так, сейчас посмотрим, как вы режете. А сколько ты отступаешь? Половина. Ну, когда в горшке, обычно где-то 1/3. Ну, 1/3, да, вот. А без горшка половина. А потом они, да, это уже веточки дадут. Так, да, погоди, я сейчас ему прокомментирую. Можно? Минутка. Значит, он умудряется за один год дать побеги, видишь, боковые. И они уже, это просто чудо и чудес. Вот показываю тебе и всем. Ага. Вот они, цветы. А, уже? То есть, однолетний становится взрослым. Угу. Прививка на 2-летний подвой. Угу. Это фактически, хотя он прирост дал вот этот вот за один год, так... О, уже здесь цветы, даже вот здесь. Вот, за один год. Но передалось свойство 2-летнего. Раз. Черенок. Вот он, этот черенок. Вот он. Он взят. Вот он. Он взят из нижней части веточки взрослого, но плодоносящего, но очень молодого. Допустим, ему 3-4 года. И теперь... Что получается? Была бы сейчас ранняя весна, ты бы вот это все взял бы на прививку себе. А сейчас все это подлежит уничтожению. А я думал, сейчас привьете куда-то, а сейчас лучше ни хера, да? Не. Зимой. Осенняя... Жалко, елки-полки. Жалко. Все, режь, не жалей. Вот. Теперь. Вот это все даст тебе не вот такие вот огромные, вон, чтобы мы стояли. Ага. Вон, ага. Те. А низенькие, по 12 ты... метров. Нет, он не будет низенький. Он будет расти, но уже вот так. Давай отойдем вот сюда. Вот, чтобы ты знал, тебе подсунули вот этот, извини за слово, подсунули. Вот этот абрикос, что он сейчас, ага. Мы стояли, разговаривали. Это высшее качество. Это лучше в мире, ни один человек лучше это. Прививка у земли. Черенок с нижней части ветки. Прививка лучной капулировкой. Сориентирован по сторонам света. А вот это абрикос же, да? Или вот груша? Смотри, вот это груша. Так, все маленькое. Да погоди, вчера тебя, а, вчера этот земляк ее ободрал всех.
несколько ведер взял. А вот это вот абрикос, подойди сюда. Вот. Когда я его пересаживал с того участка, я сделал такую же обрезку. Теперь смотри, какой он. Высокий даже еще. Да? А у меня на том его родственники, косточки такие же. Это этот Чехотолинский. Те такие поуже и полтора раза выше. Вот такой, смотрите, вот так шапка всегда падает. А как, Валера, а как ты снимаешь с верхних веток ягоду? А у меня особый случай. Все эти косточки, все эти идут на косточки, на заготовку. Размножение. И мне совершенно все равно, что они там поспели, перезрели, упали, разбились. И я беру только перезревшее. А, уже? Вот, да. А себе покушать? Ну что, с нижних веток не хватит, вот они. Ну да. Вот. Ну, а поэтому тебе сделали прекрасную обрезку. Угу. Желательно в ближайшие годы к нему не подходить секатором. Вообще не подходить? Вообще не подходить. Года два, да? А так, а потом видно будет, потому что... А потом это, Валер, дай бог здоровья, если что, я Андрюху приглашу. 100 грамм и огурчик, помнишь? Да не вопрос, елки-палки. Я шучу. Я продаю. Продала? Нет? Продаю. Что, помочь? Ну так иди продавай. А я не знаю, никто не покупает почему-то. Не хотят? А-а. Так, ну-ка, сейчас мы с ними разберемся. Так, с тобой не прощаюсь. Не, это все там... Там персики будем выкапывать. А я сейчас это... Почему обидели ребенка? А? А? А говорит, продает книжки, никто не покупает. Почему ребенка обидели? Я вообще-то их продаю. А, так ты не предложила никому? Как не предложила? Она стоит шепотом, говорит, нет, она не шепотом. Но она еще стесняется. Начинающий продавец. Да, начинающий. Все впереди еще. Самое главное, надо так говорить. Ну ладно, если у вас нет 1500 рублей, да, такое может... случается. За 100 рублей можно взять такую брошюру, а в ней информации очень много и самое полезное. Хорошо. Вот. И эти 100 рублей ребенку достанутся. На всякий случай говорю. У тебя сдача будет? Или 80 рублей не хватает мелкими? Или сдача? Еще надо это. Ну, давайте без 80. Так, все, дальше пошла торговля, и я отключаюсь.